Интеллект и онлайн-платформы в учебном процессе активно применяют педагоги из Кокшетау. Учитель химии Аяжан Муратова использует новые методики обучения с помощью новых технологий и оригинальных наглядных пособий. За последние 2 года она разработала свыше 200 методичек. Аслан Абуталипов продолжит. Учительница химии в Кокшетауской школе номер 8 Аяжан Муратова вот уже 2-й год применяет новые методики обучения. Она сама готовит наглядные пособия. С их помощью учитель проводит занятия в игровой форме. В этом учебном году педагог начала использовать на уроках и возможности нейросети. Это облегчает работу и экономит ресурсы, уверена Аяжан Муратова. Применение искусственных интеллект и онлайн-платформ образовательных экономит наше время, экономит наши бумаги, так скажем. Да? Получается, через платформу мы проверяем сразу тесты, ответы нам сразу выходят в формате Excel. Мы не тратим время на проверку тетради, на проверку тестов, на проверку информативных заданий. Школьники с нетерпением ждут занятия Аяжан Муратовой. Несмотря на всю сложность предмета, дети проявляют живой интерес к химии и легко усваивают материал. Уроки с Аяжан Нургазы Козы всегда проходят интересно, особенно когда мы выполняем групповые задания. Мы учимся работать в команде и быстро усваиваем любую тему. Разработки Аяжан Муратовой с удовольствием берут на вооружение коллеги. По словам педагогов, онлайн-платформы и искусственный интеллект стали их лучшими помощниками. С ними намного проще составить качественные задания, провести урок и проверить ученические работы. Аяжан, как молодой специалист, находится в постоянном поиске, всегда пополняет багаж знаний. В каком-то смысле она стала и нашей наставницей. Хоть у нас большой педагогический стаж, мы учимся у Аяжан работе с онлайн-платформами, перенимаем ее опыт. Опыт Аяжан Муратовой внедряют не только коллеги, которые работают с ней в одной школе, но и педагоги по всей стране. Тысячи учителей знакомятся с ее авторскими наглядными пособиями и методиками в соцсетях. То есть я делюсь шаблонами, учителя пишут свой текст и применяют на своих уроках. А также я показываю, как можно работать в образовательных платформах. Будущее Аяжан Муратова намерена собрать свои разработки и издать их в качестве пособия для изучения химии с помощью передовых технологий. Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Кокшетау, 24 КЗ.